Самое главное открытие для меня, что я по сравнению с баскетболистами маленький, но все-таки не такой маленький, что безнадежно. Я все-таки вот с одним из ваших коллег, с баскетболистом, собственно, армейского клуба, у нас было онлайн-включение. Я думал, что я буду вот совсем вот так вот смотреть, а я все-таки смотрел вот так. Макс Покровский, живая легенда нашей страны, рок-легенда. Я перед вами, в сравнении с вами, вот такой маленький. Опа-опа, камера, пускай, теперь внимание наверх. Раз, два, три. Вот, пожалуй, для меня сегодня, ну, день самоутверждения, в хорошем смысле этого слова. А что касается ваших ребят, они прекрасные, я им желаю удачи. Забудь, что все вокруг толкают и плюют. Возьми мое тепло и ласку, и уют. Ты слышишь, зин-зин-зин, ты знаешь, там-там-там, тебя в обиду бери, я не дам. Ты слышишь, там-там-там, ты знаешь, зин-зин-зин, теперь ты будешь милый моим соло. Кто не знает, речь идет о песне «Лилипутская любовь». Вот, она не называется «Песня баскетболиста», но сегодня, так и быть, мы прямо ее назовем «Песня баскетболиста». Для тех, кто не знает, опять же, там слова «Вырос сын баскетболиста», «Ахахахаха» и так далее. И баскетбол! Вырос сын баскетболиста, «Яхахахаха». Волосатым мускулистым, «Яхахахаха». Он везет, хватает мячик и кидает даль. У него медаль. Знаете, многие музыканты не любят прямые аналогии. Вот мы не будем петь про это, потому что это вот прям точно про это поется. Вот, знаете, такая вот прямая аналогия нас очень сильно, вот как бы мы так, наоборот, более иносказательно. Вот что касается «Ногу свело», никаких проблем нет. Баскетбол, про баскетболиста. Все отлично. Добрый вечер всем трибунам и, конечно, спортсменам, и к тренерам, судьям, и всем-всем, кто здесь присутствует. Здравствуйте еще раз!